Добрый день, с вами канал Малорама. Сегодня у нас 7-я серия сериала «Постучись в мою дверь». Серкан и Еда за последнее время очень сблизились и не знают, что им делать со своими чувствами. Но действие контракта подходит к концу. Серкан намерен поговорить с Элин и расставить все по своим местам. Селин пытается показать Еде, что Серкан все еще ее не забыл, но Еда не ведется на провокации. Еда думает, что вскоре обязательства перед Серканом закончатся, но она уже сильно привязалась к нему. И чтобы он не разбил ей сердце, она вынуждена держать с ним дистанцию. Теперь они решительно поменялись местами. Еда стала отстраненной и холодной, а Серкан пытается быть ближе к Еде. Но любовь, которая между ними, видна всем. И тетя Еды говорит девушке, что она влюбилась в Серкана. У Серкана особенный день рождения, и с ним его близкий человек Еда. Она смогла стать к нему ближе всех, кто его окружает. Чему он очень рад, Еда преподнесет особенный и значимый подарок. Призраки прошлого Еды решили показать себя тогда, когда их совсем не ждали. Противник Серкана, Каан, все больше сближается с Мело, и девушка уверена в его искренних намерениях. Но Каан еще не вытащил свой козырь из рукава. Единственное желание Серкана, чтобы любимая никогда не отпускала его руку. Но сбудется ли оно, увидим в 7-й серии сериала «Постучись в мою дверь», которая выйдет 26 августа в 20:00 на телеканале Fox TV. На этом на все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!